Приходить к 9 утра на работу, обедать в столовой и получать стаж и зарплату. Подростки от 14 до 17 лет смогут на время ощутить себя работниками градообразующего предприятия в Воскресенске. Проект «Трудовой отряд школьников» стартовал в филиале ВМУ «Уралхим». Его участники научатся выстраивать коммуникацию, приобретут профессиональные навыки и адаптируются к будущей трудовой деятельности. В прошлом году у нас было две смены, и в них было 50 человек. В этом году мы планируем три смены, в которых будет по 25 человек в каждой. Например, в этой смене, в первой, у нас сейчас, ребят, 25 человек. Конечно же, заявок намного больше. Мы отбираем самых лучших, в том числе ребята подают свои анкеты, рассказывают о себе. Параллельно с этим ребята, которые участвуют в активностях компании «Уралхим», в олимпиадах, в дне науки, они приглашаются к нам без какого-либо конкурса. Юным работникам проведут уроки по химии и объяснят, как правильно оказывать первую помощь в различных ситуациях. Также в программе экскурсия покажут цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Вводить в курс дела и настраивать на работу молодых работников будет руководство предприятия и его ведущие специалисты. Я думаю, что для школьников это будет прекрасный опыт. Они почувствуют себя настоящими специалистами, так сказать, почувствуют нашу работу полностью, будут выполнять, в принципе, на уровне взрослых и выполнять задачи. После соответствующего обучения подростки будут трудиться. Задачи раздадут по силам и возрасту. В основном это работа с документами, кропотливая, но одна из самых важных на предприятии. Работать молодые участники проекта будут не бесплатно. Как положено, выдадут зарплату за труд, а также официально запишут полученный опыт. А этой стажировки я жду то, что я получу опыт в сфере, в химической сфере. Потому что в будущем я планирую поступать в Менделеевский университет и идти работать на производство, на химическую промышленность. Проект «Трудовой отряд школьников». Такие профориентационные мероприятия «Уралхим» проводит не первый раз, уделяя особое внимание подрастающему поколению, которому предстоит строить будущее страны. В рамках программы «Трудовой отряд школьников» в филиале ВМУ в 2024 году планируется посвятить в юные химики 70 школьников.